Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал Горит Талисман ТВ. И сегодня я нашел для вас кое-что интересненькое. Поехали! Сергея Лазарева сейчас обвиняют во лжи и покрывательстве мошенника Малиновского. Лазарев и Малиновский были замечены в Дубае буквально на днях. Недавно мы писали про аферу Алекса Малиновского, от которого после скандала отписался даже некогда близкий друг Сергей Лазарев. Но оказалось, что все это просто фикция. Оказалось, что за пределами России, где создателя рухнувшей пирамиды не ищут разъяренные вкладчики-банкроты, певцы все еще общаются и милуются, как голубки. Сейчас Лазарев и Малиновский проводят прекрасное время вместе в Дубае. Хотя на этот раз совместных фото они не выкладывали, зато попали в объективы вездесущих фанатов, которые сняли их на прогулке. Сам Сергей никак не афиширует встречу с давним другом. Алекс так и вовсе не постил ничего уже несколько дней. Последняя публикация была из Таиланда. Надеемся, что Малиновский не втянет Лазарева в очередную аферу. А что вы думаете по этому поводу? Пишите ваше мнение в комментариях. С вами был канал Гарик Талисман ТВ.